Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Matla Flowers. С вами я, Тарас Матла. Сегодня мы поговорим о подготовке почвы для посадки тюльпана в теплицу. Для подготовки почвы мы используем три компонента. Первый и наиболее важный – это торф. Торф мы берем низинный, черный, с нейтральным показателем pH в районе 6,5. pH – это показатель уровня кислотности. Если мы говорим о почве, значит, это будет обозначение кислотности почвы. Использовать почву, где показатель pH ниже 6, не рекомендуется, поскольку при таком уровне кислотности плохо развивается корневая система растения. И если вы раньше у себя замечали такую проблему, или у вас были сомнения, например, там вы смотрели на ваши растения, там, в данном случае на тюльпаны во время выгонки, и корневая система не была особо там развита, то советую вам проверить уровень вашей почвы. Или вы еще ничего не сажали, а просто у вас есть какая-то там почва для посадки. Также лучше наперед все-таки проверить этот показатель, чтобы потом не было у вас там лишних проблем. Значит, второй компонент – это черная, есть простая черная земля, но без всякой там глины. Черную землю мы используем для того, чтобы сделать нашу торфосмесь более вязкой. Ну и хотя тюльпаны, они любят рыхлую почву, но сажать в сам торф нельзя, потому что он чересчур рыхлый, это раз. Во-вторых, он плохо впитывает влагу, и в-третьих, он плохо ее удерживает. Значит, это два. Третий компонент – это песок. Он также используется для получения баланса между рыхлостью и вязкостью. В идеале лучше использовать речковой крупнозернистый песок, но там подойдет также и обыкновенный белый. Но главное, только не желтый, без, чтобы не было там у вас лишней глины. Приблизительная пропорция этих компонентов у полученной нами смеси такая. 5 тонн торфа, 2 тонны черной земли, 1 тонна песка. Пропорция, конечно, может изменяться в зависимости от того, какая структура у компонентов, которые вы используете. Самое главное здесь достичь нужной консистенции. Например, раньше мы использовали торф другого производителя, он был более вязким, и тогда мы добавляли больше песка. А теперь предлагаю посмотреть, как выглядит наш процесс подготовки почвы.
Когда наш субстрат готовый, мы рассыпаем его в ящики по 20 литров каждый. На дно мы кладем овощную сетку, для того, чтобы земля меньше протрясалась и для лучшего удержания влаги. В идеале, конечно, лучше использовать специальную пленку с дырками. Ящики у нас стандартные, 40 на 60 сантиметров. Выглядит все это так. И напоследок отвечу на часто задаваемый вопрос, нужно ли вносить удобрения в почву. Ответ. Мы не вносим абсолютно никаких удобрений в почву. На сегодня все. Следующее видео будет о посадке тюльпана в ящики. Всем спасибо за внимание. Пока и до встречи.